Ох, сегодня у нас, 18 декабря 2021 года, и в нашем парке выставка снеговиков. Вот, смотрите, вот такие снеговики. Это у нас что? Снеговик Россия с маленьким снеговичочком. Не подписан, какая страна. Вот такой. Да, этого снеговика мы уже с вами... Вон там Баба-Яга есть, кажется, или кто... Вот, хохлома. Это у нас хохлома, да, хохлома. Снеговик в стиле хохлома. В нашем парке настроили снеговиков. Ой, какой классный. Еще сделали украшения. А вот это вот даже непонятно. То ли снеговик, а с другой стороны тигр. А еще и крылья у него есть. А еще... метла. В общем, очень интересно, что автор хотел сказать этим снеговиком. А этот снеговик сделал все правильно. Надел очки. И... а то солнце, наверное, слепит. А это его... это его помощники, которые ему помогают разносить подарки. Привет, снеговик! У него даже QR-код есть. У снеговика тоже есть QR-код. Он тоже вакцинированный. Ой, а это у нас кто? Большой снеговик и его помощник. Да, этот снеговик много кушал в 2021 году. Такой упитанный. Ну и его помощник тоже не меньше. Хорошенькие такие. Такие прям хорошие снеговики. А это снеговики в форме шахматных фигур. И у них шахматная доска есть. Я сначала думала, когда шла с той стороны, что снеговики вампиры. Но нет, оказались шахматные фигуры. Видите, плащики у них какие? Такие своеобразные. А этот снеговик уже устал стоять на ногах и решил перевернуться вверх ногами. А вот два брата-акробата. Вот снеговики вверх ногами. Это, конечно, прям красота. Видите, какие снеговики. А это, мне кажется, самый ламповый снеговик. Такой уютный. Такой прям хорошенький. Такой прям весь вязаный. Это снеговик хохлома. Ой, прям даже, я бы сказала, баба-хохломаба. Да? Ой, прям вообще, прям хозяйственная такая баба-хохлобаба. А это прям снеговик-купец в соболиной шапке. Ой, какая она прям у него. Такая прям, ух. А это снеговик-хоккеист. Да, наверное, это хоккеист-торпеда. Не подписано? Нет, не подписано. Более того, это, кажется, вратарь. Судя по щиткам, это хоккеист-вратарь. А это просто очень милый снеговик, добрый. Его вот, как это, на ресепшн таких снеговиков ставят. Он такой гостеприимный, мне кажется. Прям такой снеговик для ресепшн. Вот мы видели хохломбабу, а это прям бабище. Прям вот двухметровое бабище. Прям снегобабище. Вот это у нас снегобабище. Снегобабище. Она прям в какой-то прям тут атмосферной стоит обстановочке. Снегобабище. А это вариация снеговика на, наверное, снеговика Олова. Либо это вариация на Крик. Ага. Да, этих снеговиков одели, чтобы они не замерзли. У нас тут ожидаются морозы. Да, прям, смотрите, у них и балалайка, и бубен. Ох, а вот там семейство снеговичков. Да, семейство снеговичков. Это, видимо, папа, мама и трое деточек.
Многодетная семья. Многодетная снежная семья. Это многоликий, многодетный снеговик. Обалдеть. Или это у него на плечах кто-то сидит? Что-то не пойму. Или это снеговик-сороконожка? Ой, вот оно. Вот оно. Снеговик, у которого три лица. А это, видимо, гости из зарубежных стран. Цветные снеговики. А это снеговик надел на себя модную тунику с принтом и лег отдохнуть. А рядом с ним стоит береза-гурка, снегурочка. А это снежный барс. Белый полосатый снежный барс. Ну или белый тигр, или амурский тигр. Вот такой снеговик. Ну и, конечно, как в нашем городе без снеговика-моряка? Ведь у нас великие реки, и там судоходство. Это снеговик-художник рисует с натуры какого-то непонятно кого. Вот этот вот снеговик-художник рисует вот этого существа. Ну вот, снеговик, который с подарками и с часами. Видите, у него без пяти 12.